Здравствуйте, Кирилл Владимирович. Здравствуйте. Кирилл Владимирович, расскажите немножко об истории места, куда мы попали. Мы попали в дворцово-парковый ансамбль Царицына. Здесь некогда находилась усадьба, построенная по проекту архитектора Баженова и Казакова. Она находится несколько далее, за деревьями. Ага. Только кровлю. Она очень интересная на самом деле. В том смысле, что построена не совсем в каноне. То есть это постройка конца 18 века. И отличается от всех других, потому что в ней был применен неоготический стиль. Понимаю. Но еще удивительнее то, что Баженов, наследовавший прогрессивное для того времени направление, да, философские, поместил на фасадах усадьбы некие знаки, за что был предан обструкции, остракизму и отстранен полностью от деятельности. И только уже при Павле I ему вернули его ранги и восстановили все его полномочия. Давайте продвинемся дальше и посмотрим. Давайте. Опять девочки.